Друзья, продолжаем играть в Чужой Изоляция. К сожалению, Сэмюэльс пожертвовал собой для того, чтобы открыть нам транзит, чтобы мы смогли добраться хоть как-то до ядра, да? Печально все это, конечно, но такова игра, таков сюжет. Ладно, давайте продвигаться дальше. Видимо, сейчас нам надо идти в обраточку. Так. Давайте посмотрим. Сенсор. И все, да? Ничего интересного. Хотя нет, жетон вот. Ну и для шокера ходьбы. Где там наш шокер? Ну, в принципе, он достаточно у нас заряжен. Даже не знаю, с чем идти, друзья. Даже не знаю. Лучше всего, чтобы был на готове, наверное, коктейль Молотова. Так, ну давайте выходить. Ух ты. Видать, в прошлый раз прошел мимо. Патроны для дробовика. Это нифига я круголяк сделал. Можно было просто здесь выйти, да? Ну ладно. Ой, тут опять надо пробираться. Если я не ошибаюсь, то сейчас нам надо двигать к транзиту. Посмотрим еще все это дело на карте. Что тут не так? Пройдемте со мной. Да, все-таки поймал нас, естественно, андроид. Я хочу помочь. Это не ответ. А вот сразу. В чем Никсон? Пройдете есть. Надо посмотреть, в чем дело. Пробежим просто, не будем на них тратить ничего. Так. Здесь это не вмешается. Ладно, пробежим. Будем надеяться, они нас не поймают. А здоровье мы восстановим. Не проблема. Я тут наткнулся на запись одного интервью. Ты должна это услышать. Да. Включай. Значит, Марлон? Да. Я Тейлор, представитель Вейла Ньютона. И, видимо, шишка покрупнее, чем та девица, которую маму ищет. Рипли, не трогайте. Она просто хочет успокоить сердце. Я же защищаю интересы компании. А я хочу выйти из грёбаной камеры. Может, договоримся? Может. Вы, надеюсь, в курсе, что наш разговор пишут? Ну да. Вон, красный огонек. Мне нужны координаты планетоида, на котором мы нашли инопланетный корабль. И все имеющиеся у вас информации о существе. Я готов дать тебе все это и вывести тебя со станции. Только выпусти меня. Пожалуй, меня устроит ваши условия. В чем дело? Спецтранзит Капула. Выпусти меня. Так, там что-то произошло, но что, непонятно. Я слышала. Так, опа. Тоже бешеный андроид здесь, или как? Ха. Странно. Может. Странно, друзья. Ну ладно. Так. И
ничего тут мы сделать не можем. Вроде как Сэмюэлс активировал для нас транзит. Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Так, аптечку давайте-ка, наверное, используем. И создадим сразу новую. Отлично. Теперь мы можем собирать некоторый хлам. А, вот это мы не возьмем. Ну ладно. И куда же нам ехать? Так, я так понял, неважно, да? Ну давайте здесь, что ли, вызовем. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах. Заботимся о вашей безопасности. Просим вас немедленно сообщать о неполадках в работе транзита. Подошел наш вагончик. Вагон следует до ядра Аполло в научно-медицинской башне. Отлично, туда-то нам и надо. Центральный компьютер Аполло находится этажом ниже. Там расположены системы поддержки Аполло. Ядро искусственного интеллекта в самом центре. Аполло не позволил Сэмуэлсу снять карантин удаленно. Но если проберешься внутрь, может, сумеешь до него достучаться. Каким это образом? Если Сэмуэлсу удалось это сделать. Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Так. Что за личные? Чего нету? Завтра вместе. 3, да? Ну-ка. Читаем. Изолирование угрозы. Это спеттинг. Попытался выяснить у Аполло, от чего андроиды сходят с ума. Но там полная неразбериха. Система изменила основные задачи андроидов. Мы ведь отправили их на техосмотр перед сделкой. Так они просто встали и ушли. Везде разлит хладагент. Произошла утечка газа. Главный лифт отключен. Я отправил запрос в поддержку, но я 45-й в очереди. На станции все сейчас подчинено какому-то противодействию угрозе. Теперь попытаюсь отсюда спуститься. Так, противодействие угрозе, да? То бишь андроиды взбесились из-за того, что надо противодействовать угрозе. Уровень защиты класса Омега, да? Что-то типа того. Так, нам сюда. А в ту дверь может зайти? Нет. Ну ладно. Немножко подсветим. Хлам какой-то везде. Так, ну вроде как нам сюда. Оружие не допускает. Вы что, серьезно? Пожалуйста, положите оружие на лед. Охерели, что ли? А защищаться как? Ладно. Благодарим вас за понимание. Ну-ну. Огнемет-то можно было оставить, я думаю. А бомбы эти все не оружие, что ли? Черт. Лифт к ядру Аполло не работает. Основные системы Аполло недоступны. Рикардо, путь закрыт. Там должна быть схема. От рекламных туров осталось. Посмотри, нет ли другого входа. Схема? Какая нахрен схема?
Так. Я нашла кабель, который ведет к ядру Аполло. Это мне поможет. А ты пролезешь? Отключаем электричество. Вдох-выдох и полезла. Спокойно. Если застрянешь, я тебя вытаскивать не буду. Так, 4930, да, вы все видели? Пробуем. 4930. Сработало. Полы какие-то, смотрите. Класс. Все так чётко. Камень под напряжением. Ты с ним прямо так обниматься будешь? Сначала надо питание отключить. Так. Файер. Ой, эти файеры. Совершенно бесполезные вещи здесь. Необычные помещения, друзья. Очень классно здесь все изменили. Сразу видно, что это что-то отличающееся от основных. Начальник комиссии, вы знаете, что ваши андроиды неисправны? Вся группа, которой была поручена инвентаризация нижней жилой зоны, ни с того ни с сего прекратила работу. Они хором начали верещать что-то про необходимость противодействия угрозе. Попытались ворваться ко мне в кабину, а потом просто развернулись и ушли. Да, все уже в курсе, что я вообще не люблю работать с вашими лысыми болванами. Но на этот раз дело не только в моем личном к ним отношении. Завтра я встречусь со Спеттингом и все ему выскажу. Да, любопытно, друзья. Все жалуются на андроидов, да? Так. Взломали что-то. Рикардо, кабель отключен. Я глянул схему. Ты могла бы пролезть через шахту турбинного вентилятора. Там где-то рядом аварийный рубильник. Только даже он выключит их ненадолго, так что лезть надо быстро. Намек понял. У нас мало времени на все про все. Самый вентилятор, да? Он нас тут, конечно же, уничтожит, если мы так просто полезем. А где рычаг? Где-нибудь здесь. Заметьте, тут андроиды лазят в каких-то непонятных одеяниях. Может быть, это какие-то спецкостюмы. Может быть, они даже в них гореть не будут. Смотрите-ка, да? Или это специальные костюмы, чтобы поддерживать чистоту? Ладно, не знаю. Так, используем ВРД. Так, сейчас надо очень быстренько. Отключила вентиляторы. Вроде можно лезть. Ты только давай скорее, пока система не перезагрузилась. Так, пытаюсь. Бегом, Рипли, бегом. Тебе же сказали. Помеха устранена. Запуск вентилятора. Ух ты. Так, а что эта кнопка делает? Вырубает тоже его, да? Ладно. Так, а где наш
хотел сказать. Да, будет непросто. Хотел сказать, друзья, где наш огнемет? Рипли, чем ближе ты к Аполло, тем слабее радиосигнал. Скоро связь пропадет. Здорово. Ну, держи за меня кулаки. Ладно, только ты осторожней, там внизу может быть много андроидов. Сэмюэльс пожертвовал собой, чтобы я сюда добралась. Я должна попытаться. Для андроида он был неплохим дядькой. Это точно. Да он вообще был отличный андроид. Пока не полез в ту камеру. Так, куда нам надо-то? Да. Похоже, что сюда. Ну что ж, друзья, ладно, давайте, наверное, сохранимся здесь. На этом эту серию завершим. Ну и продолжим разбираться с ядром уже в следующей серии. Я благодарю вас за просмотр. И ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет самое интересное, да? Всем пока-пока. Увидимся.